Жители города Тубыл боятся, что их жилье смоет паводком. Вблизи их домов ремонтируют дамбу. Но люди уверены, что шлюзы ненадежны и не выдержат натиска большой воды. Во сколько обошелся ремонт гидросооружения бюджету и что на претензии граждан, говорят местные власти и подрядчик, выясняла Нина Шапо. Во время весеннего паводка эта дамба на окраине города Тобыл из последних сил держала оборону. Ее день и ночь укрепляли местные жители и спасатели. Отстояли. Летом было решено насыпь капитально отремонтировать, сделать выше и надежнее. На реконструкцию выделили 240 миллионов тенге. Работы почти на 90% выполнены. Вот только жители боятся, что теперь их точно смоет водой. Что это за шлюзы, которые, вот извините меня, рука пролазит, вот, они ходуном ходят, железо тонкое. Если будет опять такой же поток воды, они не выдержат. Что они там закрыли с той стороны, вот эти шлюзы? Ее просто-напросто выдавят, они там не заварили, они ее просто посадили на болты. Люди не поймут, для чего затворы установили со стороны села, ведь столько воды никогда не было, чтобы выпускать ее в озеро по ту сторону дамбы. Опасность всегда поджидала за насыпью. Необходимо возвышение дамбы минимум на метр. Также расширение, укрепление и установка ворот со стороны Тобыла, со стороны лесхоза для запрета проезда автотранспорта. Но там шлюзы, там просто это уму непостижимо. Там ширина между трубой получается и вот этой вот заслонкой. Там что, господи, это заслонка, там металл тоненький. Его просто вырвет, как пробку из шампанского. На встречу с жителями приехал аким города. Он рассказал, что работы на дамбе протяженностью 4,5 километра близятся к завершению. Те замечания, которые будут по проекту у нас, они в любом случае подрядной организации будут устранены. И этот объект не будет принят, если он не будет соответствовать проектной документации. То внимание наших жителей, уважаемые жители, это, я считаю, что правильно. Все мы помним те апрельские дни, да, как оно было и страшно с одной стороны. Я думаю, все эти недочеты, они будут устранены. Подрядчик же заверил, что ручается за качество работы. Он объяснил, что затворы, к которым у жителей претензии, установлены для выпуска воды из города. А с той стороны, откуда может прийти большая вода, все надежно запечатано. Также, если даже сюда вода не заходит, эти шлюзы опущены здесь, с той стороны заблено, у вас никакой угрозы нет. А с той стороны когда было заделано? После того, как я Вайкомек отправила видео? У нас же проект еще не законченный, мы еще строимся. А вот это вы хотите сказать, вот это вот проект? Но у людей больше доверия вызывала старая дамба, несмотря на то, что с 90-х годов она не видела ремонта. Жители недоумевают, почему нельзя было эту насыпь укрепить бетоном и установить более внушительные затворы. Еще свежи воспоминания, как на своем пути вода может корежить металл и сворачивать горы. Нина Шапожа, Небека Кимжан, Информбюро, Костанайская область.